Вентилятор грибок на солнечных батареях. Отличный помощник вентиляции помещений на яхте или катере. Прост установки, не требует внешнего питания, а значит и проводов для подключения. Хромированный корпус отлично выглядит, блестит на солнце и впишется в любой экстерьер. В комплекте сменный пропеллер вентилятора. Для обеспечения герметичности монтажа предусмотрен неопреновый уплотнитель. Устройство грибка таково, что дождь и брызги не попадают в вентиляционное отверстие, однако в серьезный шторм это не всегда работает, имейте в виду. Для запуска вентилятора необходимо достаточно яркое освещение. Например, от обычного фонаря он работать не станет. Ничего страшного здесь нет, так как рассчитан он под естественное дневное освещение, которое по мощности превосходит многие фонари. Данный вентилятор вы можете выгодно приобрести в интернет-магазине «Водник».